Папа Франциск и новые кардиналы прошли по центральному проходу базилики в фиолетовых одеждах, характерных для Адвента, начавшегося с этой церемонии. Пандемия вновь вмешалась в планы церкви, и то, что должно было быть радостным и масштабным праздником, превратилось в небольшую мессу, на которой присутствовало около 200 человек. В своей проповеди папа Франциск продолжил тему предостережений и наставлений новым кардиналам, сказав, что христианин должен быть осторожен, чтобы не поддаться искушению погони за славой. Perché affannarci per un po' di soldi? Если нас ждут на небесах, зачем нам заниматься земными заботами? Почему мы должны беспокоиться о деньгах, славе, успехе? Ведь это все приходящее. Почему мы должны искать покровителей, чтобы продвигаться по карьерной лестнице? Ведь и это приходящее. Будьте бдительны, говорит нам Господь. Папа также напомнил об опасности не думать о других и не помогать им. Он сказал, что эгоистичные люди всегда остаются одни, погрязшие в жалобах и теориях заговора. Мы сразу начинаем жаловаться на все и вся. Мы начинаем чувствовать себя жертвами и в конце концов беспокоимся обо всем. Это замкнутый круг. Папа предложил два средства защиты. Первое – молитва. Он сказал, что молитва – это дыхание души, и это очень важно. Во-вторых, он рекомендовал больше помогать другим. Церемония не сопровождалась процессией приношения святых даров и была короче, чем обычно. Все участники были в масках и держались на расстоянии друг от друга. Папа Франциск завершил церемонию вот этим жестом, ставшим почти привычным во время пандемии.